век, постыдемся, родные и близкие. Вот мы слышали выступление Ефима, сына моего сестренки. Вот, тяжело, тяжело нам всем. Мы потеряли, как Ефим говорил, действительно, глава семьи Давида Бабаджанова. Она была с молодости самостоятельной. Мы с молодости, у нас разница в 2 года. Учились в школе, поступила она. Я сама лишь потерял, но стали ее туркменские. Говорит, я поеду узнавать, как она там устроилась. Приехала туда, смотрю, что ее вокруг ее оборудуют. И директор самолочного комбината города Мари говорит, товарищ Абрамов, если вам дочка дорога, то собирайте ее домой. Здесь ее место. Ее обдуривают, обдекраивают и могут работать.